Бачу ту музыку там. Это была лайка, гармошка. Пока это вся параша идет, вот эта параша на распыл, наверное, дам. Так, отложил на распыл. Вот эта параша надо кому-то. Он и топовый шмот, кстати. Че, варов заебись, да, шмот? Я понял. Дайте на эрозу. Ты сотку поставил? Десятку, но ну, ему-то на мейн, наверное. У него дэш. Да, мне ну. Че, ему отдал? Ему за 10. Нейрозу вот этому. Это, наверное, тос. Так, вот эта хуйня. Сейчас встаньте в точку, сейчас захиливаемся. Тут под жопой босс. Ю 10. Корбин. Ну, ему на 10, у тебя да. Вот вообще мейн это нет? Ты вот сидишь. Тебе на 10. Да как? Ты что же не написал? Ты что же не написал? Да, да. Он танк оф, Андрей, чему писать, блять? Ну да, да, да. Ну то есть мейн. Может, мейра не знает этого, понимаешь? Короче, ДК-шник там закидываю. Про Коби Брайна речь, блять, или как там Коби... Корбин Даллас, Корбин Даллас. Оба вара, одного армса, другого форит, значит им на оф. Типа, так. Такое. Не знаю, что за кипиш. 100x. Вова не кидал на петлю ничего, Андрей. Феникс, ставки, если что, 10-кратные. То есть ты не можешь по 5 ставить. Чё, одна? Минимум. А там вроде после 1000 по 100, если не ошибаюсь. По 500. После 1000? Да. По 500. Ну если там чуть-чуть ИП, то окей, можно и по 100, наверное. И этому, и вару еще нейро вот этому, блядь. У него нету. А, нету? Я понял. Ну, будет у него, отнимешь потом. Я бы, наверное, все-таки раздала тут фласки, потому что нас и так мало. А, нет, не кидайте трейд, я ничего не... А, я ничего не брала. Эдику кидайте. Сейчас у меня помойка в сумке лютая, нахуй. Он же... Бля, по одной буду давать, короче. Да, конечно. Сейчас 5 сек я поделю по одной. Ну, закидывайте. Так, Лекс. Феникс. Не кидай, Валерчик. Рога, значит, кидайте, значит, тактика, пока вы там кидаете. Отбежать от притяжки будет босс танчиться боком к звезде. Это первое. Второе, на взлетке она будет кидать 5 глыб над головой персонажей, на которых она кинет склеп. Через 7 секунд будет синяя меточка такая, синяя стрелочка, вверх-вниз ходить. Они должны спуститься вниз, вот где локовский портал примерно стоит, и поставить склепы. Друг друга рейндж должны соблюдать 12 метров. И те, кто без синих меточек над головой, тоже 12 метров от тех, у кого синяя меточка над головой. Вот. 4 бомбы падает, вы считаете, прячетесь, одновременно с этим бьете склепы. Склепы до 20% хп, чтобы когда босс на посадку шел, вы уже добили склепы и били босса уже. Будет вторая фаза после 35%. Убирайте, сука, метки, я руки сейчас вырву, заебали. Прости, это я был. Уберите мне. Ты сейчас поебал, еще убил. Руки убрал, ахуй. Я оружие вырву, блядь. И заставлю весь овес себе дрочить. Ты вообще охуел. Короче, чек. Я могла бы посмотреть, у кого ассисты. Убей. Эрит, что там не хватает? Сопротик пьем. Слушай, что там, бафов нету, рыбы нет, ничего нету. Лапу даю. А рыбу так, кстати, не ставили. Шарик не дали, ничего не дали. Раскидайте-ка, наверное, эсэсы, Локи. Иди на акуму стопудово.
второй, но... Я не подохну, как лов. Ну, мало ли, всякое бывает. Короче, самое главное, от чего вы тут можете упасть, это не отбежать от притяжки, не отбежать от бомбы. И на второй фазе все метки в звезду. Когда в сторону, я скажу. За каждой глыбой на второй фазе, которая в звезду ставится, скидывайте стаки. Даже если в сторону отнесли, тоже скидывайте стаки за каждой глыбой. Если одну пропустите, следующий склеп, если вас полетит, вас может шотнуть. Что будете потом ныть. А, ебать, вайпы нахуй. Спейси, накинь на глю СС, на меня уже Барбарос накинул. Ну и на Акуму получается квак. Типа да, Беба задает правильный вопрос, я так понимаю, Рога тут даже не был еще. Есть еще кроме Роги, кто тут не был? Я уже рассказал Роге. Че вы хотите? Че еще сделать? Аура коня стоит у кого-то. То есть, это у меня, наверное. Чтобы быстро бегать. Все готовы, пошли. На чью три на пула? Сейчас нахуй. Если не знаете, сейчас узнаете, значит, тактику. Ноль проблем. Да давай потом, чувак. Ну, бля, заебанный пиздец, расстроенный пиздец. Ты про что? Вот Стокс, смотри, впитывай. Вначале просто бьется босс, да? Кто лагает, там поближе вставайте к боссу, чтобы, когда вас притянуло, у вас больше времени было из-под босса убежать. Скоро притяжка, готовимся. Отбегаем. Минус 2, что за хуйня? Это баг был. Это был. Ну, очень редко. Дыхание, да, дыхание было. Притяжка. Минус 3, ну я не вижу смысла тратить. Типа что? Аглю... Вышли. Аглю, СС, он же может сам встать, а вот бар, да? Окей. Давайте. Я не знаю, как учиться. Прячьтесь. А, все, уже луксор сдох. Все, это ГГ можно. Да. Диван кинул. Да, я думал, что ну ясно, сорян. Нахуй, ложитесь. Сорян, я думал, что. Да, по-любому. Так и задумано было, надо было слить просто СС, чтобы потом уже, как мужики с остальными яйцами. Умрите просто под бомбой, лучше умрите. Лучше умрите просто под бомбами, зря вы тянете. Живы бы остались. СС засейвить можно, типа. Вот, дай мне эту хуйню свою, половинушку. Сейчас. Не успеете все. Пизда. Пизда. Кто-то в Дискорд зашел, может кто-то присоединится? Заходите в инст. Кто же это, кто же? Интересно. Кто же это, кто же? Сейчас я вычислю, кто же это. Ну там два сразу сдохло, я видел, что почему-то от обжигающего. Ну-ка, сейчас еще раз посмотрю. Саунжа, и кто там второй был? Еще умер, и два чела. Саунжа, и не кто? Не обжигающий был. Ты говорю, да, и тянул, и подыхал. Да, вот его дыхание убило, и еще второго. А Глю потом от обжигающего. Вот Глю ты не отбегал? Глю что-то даже не убегал, я не знаю. Он прям что-то весь стоял. Привет тебе. Глю, ты что, лагаешь? Продега, у тебя что, это КД? На средство, да. Бля, Вова, встань, ты далеко лежишь, блядь. Или это не Вова? Нет, это Вова. Жрите рыбу. Да, нахуй. Байер там охуеет, нахуй. Сейчас ему скажут, нахуй, минус, нахуй. Мы не прошли седру, извини. Ты самый слабый зелень. Везде где-то Морал Санды. Стаки обморожения, Рога там 4-5 стаков и стопаешь дамаг. Если есть в плащ теней, можешь скинуть. Если 10 наберешь, так скинуть и потом уже 4-5. Не больше. Тебе бафы дали. Бля, Пева, ты заебал. Одну секундочку, подождите, секунду буквально.
Барбаросс, Козябр, чё у вас? Одну секунду. Не знаю, приступов бафы себе с тьмы или чё? Ну, они знаю, почему не бафы? С панели выкинули, хули Геру траили недавно. Нет, кстати, я странно, почему не бафнула. А, потому что не я бафала. Тьмы на Синдре нет, так что не беспокойтесь. Так, вот что такое 20 человек без фласок? Я только что сказала, ребята, пожалуйста, нас и так мало. Выпейте все фласки. Это вранье. Это неправильный у меня аддон, наверное. Юль, ты что фласку не выпила? Ояли, 53 минуты. Вот, ну, Козябр. Тоже есть. Вот, да, ну, показывает, что у тебя тоже фласки нет. Козябр, ты тут? Нет. Секундочку, прошу прощения, ребята. Буквально одну секунду. Раз. Время прошло. Прошло уже почти полтора минуты. У тебя секунды долго тянутся. Ты тут, как Козябр? Уже секунда прошла. Да, тут, я тут. Дайте сказать уже, господи. Ну ты готов? Ладно, давай запускай. Пиздец. Ну кто без фласок, ГП. Ой, у нас же нет ГП. Ну это мой аддон пишет, это он неправильно пишет, он на ЛК-шный. Ну и удали эту хуйню тогда. Наверное, на ЛК-шный настроен. То есть 5 человек с ЛК-шными фласками? Наверное. Сопрот видит. Чем БК-шный? Хоть что-то видит. Готовимся, там притяжка скоро. Сразу лужицу положу. Я лужица вам. Жестко. Пия. Меточки ставим вниз. И сразу начинаем бить. Сейчас сдохнет. Да, да, да. Интересно, кто? Коби. Я с ним. Чем? Вдвоем с Рогой? Куда не донес? Я пришла уже, встать успела, он на сапогах ко мне летит. Мы не носим метку в метку. Это Никитина фича. Вы это поставили... для Геры сделана метка в метку. Поставили метки. Ну, главное, ставьте как хотите, хоть хороводом ставьте. Главное, просто друг от друга раньше наберите и все, и похую. Не знаю, но хотя бы метки поставили. Ладно, критично. Я надеюсь, вайпа а не будет. А чё не разбиваем? Синдром. Чё с синдромом? Ты чё, в метке был, что ли? Да, я забылся. Что ли танк? Да, из-за такой хуйни я тоже бы забыл, блядь. Хули, люди в метке не бегут, ебать, ты чё, нахуй? Я там так усердно бил эти две метки. В танке, блядь. Это ДД есть. Сейчас притяжка будет скоро, через пару секунд готовимся. Готовимся, готовимся. Отбегаем. Ебать тут луж нахуй. А у нас я, ХПшка и Биба, по-моему. С три подряд освобождён. Колют еще. У меня 10 стаков в зубы отдаю, я в КД, короче, в зубах есть чё. Что я прослакала? 15 у меня. Я 15 вижу. Меточки вниз. О, вот так другое дело. Только что-то не обход или не обхиляли. Хутик, ты должен прятаться за глыбами. Видишь, на землю кидаются белые кружочки. Средний такие вот вдалеке сейчас. Субъете. Хутик, внимание. Спустя время туда упадет глыба. Центральную, смотрите, не разбейте. Хутик, прячься, видишь? Надо лосать за глыбами эти удары, понял? Ну вы чё, блядь, разбили-то, сучары вонючие. Хорош. Пидор, глыбы. Тихо, блядь, вы чё? Сейчас, блядь, рейд похерится из-за вас. Еще будет взлетка третья, если еще не успеваем. ДПС мало.
На второй фазе прям слушайте, четко делайте, что говорю там. Когда в сторону надо нести, я скажу. Рога, стой вон с Сондрой из ДК. Тебя не откидывал. Скоро притяжка будет, готовьтесь. После дыхания через пару секунд. Готовимся отбегать. Убегаем. Ого-го. Ебать, меня два раза притянуло. Откинуло почему-то нас. Это хвост. Хвост пропадет. Это хвост. Стойте с той стороны, потом придете. Сейчас опять под хвост попадете только. Или по дыханию еще хуже. Все живы, слава богу. Я с ебаным Адоном не вижу сколько процентов. 39. 40. А эти меточки ставим, глыба. Вниз спускать. Глю, веба, королева, спейсик, хпшку. Только нахуя? Да, ну просто все заняли. Ну все заняли. Щуки. Не знаю, зачем это произносить. Люди же сами видят над головой метки. Тренирую скорочтение. А, тогда ладно. Тогда уж скороговорки. Корбин, Историкс, внимательнее, глаза разуйте. Слева падает. Глазы. Падаю. Третья, если что, бомба. Историкс, нахуй, лежи, блядь, до конца. По центру падай. Четвертая, последняя. По глыбе вот справа, фулл ДПС. Салют. Пускай лежит. Чуть не за ней. Короче, хэпалы, тут самое главное, когда танки меняются, не уроните нас просто и все. Не забывай, чтобы по дыханию менять нельзя. Фаза пошла. Отходите. Милики, уже в звезду, уже со звезды уходите в крест. Первую метку звезду, Рид. Сразу разбиваем. Метка. Отошли, там лишних не заморозьте. Сразу его разбиваем. Так, иду менять. Подожди, пусть дыхание пройдет. Иди. Эрзо. Не заморозься только. Эту не бить, будет притяжка, скоро готовимся. Не бейте. Хильте Войда. После притяжки разобьете. Беги, малышка, беги. Как закончится притяжка, так разобьете. Так, звезду метку. Милики, отошли. Вот туда метка бежит. Вы хули там стоите, 5 человек? Долбоёбы, я ебу как нахуй. Как мы босса будем бить? Да никак, нахуй. А вот как вы... Метку а как вы в склепе будете босса бить? Может нахуй? Может нахуй тогда в рейды ходить, если вы так бить после хотите, того, блядь? Как притяжка в сторону... Да не пиздите вы, господи. Я охуеваю, блядь. Живи пока. Пизда, я... нахуй, просто, блядь. Сбейте быстрее меня. Там в клубе. Я вздыхаю уже. Yes. Не, сдох. Бля, ну уходи. Там очень много хп, да. Их вообще не били. Чё? Их не били, потому что их 6 было, нахуй, да, а не одна, нахуй. Всё нормально, всё нормально. Собрал. Звезду метку. Сейчас будет притяжка, не бейте. Тратьте много стаков, ребят. Подбивайте уже после притяжки. Сразу разобьете меня. Вот справа стою черепок. Следующую звезду и сразу разбить. Бля, я умру и с СС встану, короче. Ставь тотем там и Акума, дай глю. Иннер. Звезду метку. Звезду метку, отойдите. Блять, вы, сука, не русский, что ли? Куда ты несешь? Ты в Далоран еще с ней портанись, блять. Рейд, сместитесь, да, нахуй. На вас стаки на всех. Вам надо их скинуть. Ясно, нахуй. Ложимся, поворачиваем в рейд. Поворачиваем в рейд, нахуй. Да, есть еще блядь. Шанс, ну че вы? Да какой шанс, нахуй? В пизду этот шанс, нахуй. Ой, бля. Воет после залупа ебаная. Мы притяжку ловим.
за глыбы. Следующую глыбу нужно всегда в сторону. Сука, я сказал в звезду глыбы. Вы что, не русские нахуй или что, блядь? Я не могу понять. Вы понимаете русский язык или нет? А ты понимаешь, что я тебя спрашиваю, или не понимаешь, ты на вопрос не можешь? Не надо ничего спрашивать. Если мы каждую глыбу кидаем... Вы ставите в звезду метки. Когда скажу в сторону, тогда вы ставите в сторону. Лок нахуй. Какого хуя ты понес туда, влево, блядь? Ты долбоёб? Я еще раз сказал, нахуй, закройте рот, блядь, и ставьте метки звезду. Вы почему такие невменяемые, нахуй? Пизда, нахуй. О, ты не понимаешь, что у тебя половина... Да закройте рот, нахуй. При этом отсутствуют три человека. Если ты будешь пизда, все метки, блядь, в звездочку сносить, мы не убьем этого. Короче, я тебе еще раз сказал, просто когда в сторону отнесут, тогда будешь бить, все, блядь. Хорошо, я все сказал. Все. Почему вы такие невменяемые, блядь? Лок, нахуй. И 5 миликов. Вы отбегаете, когда метка идет. Метка поставилась, и вы ее подходите, бьете. Есть там 5 секунд. 2 тычки дали, блядь. Либо вы за каждой меткой скидываете стаки, блядь. Тогда вы нормально убьете без смертей. Либо будете хуетой страдать, нахуй. Сейчас еще один вайп, нахуй, и пизда, блядь. Просто все минус получите, минус 500, нахуй. Вот эту залупу нахуй ставить. Вот одна метка вам. Далеко больно ее, на стрелю ставят обычно. Да похуй вообще. Да не похую, есть разница. Огромная разница, если ты не понимаешь, почему. Знаешь, почему? Я тебе объясню нормально. Ну, потому что если ты поставишь звездочку, то будет расстояние между боссом и меткой, что милик может бить там, который может. Например, рога под кошем, там, кот. Ну, я могу много привести. Под прожимкой милик стоит, и пока эта метка активируется, он бьет босса. Пока ты ставишь метку так, босса бить нельзя. И все, эта возможность уходит нахуй. Так на третьей фазе милишники не должны, ну, особо бить. Это похуй. Милишники не играют по глыбам, практически по боссу. Давай. А баф чё, может здесь? Нет? Будет дальше стоять. Давай баф. Чё, здесь нет? Бафа не был. Все, поехали. Тебе фридом, кстати, дает тут? Беритесь, ребятушки. Mm-hmm. Я даю, я сдаю фридом, да. Короче, сейчас после взлетки этот садится босс будет, я подойду, словлю, поставлю так, как Ондра хочет. Просто ты босса близко к звезде ловишь. Ему места там не будет, если вот так ловить будешь. Можно меточку чуть дальше просто поставить. Можно просто босса дальше словить. Метку на острие надо ставить. Или босса дальше. Больше. Просто мы дальше словим босса. Я же говорю, дальше словим босса сейчас. Сейчас притяжка, смотрите. На второй фазе так надо ловить. Сейчас-то наоборот лучше поближе, чтобы бегать какие-то далеко. Ну, можно, да. После третьей взлетки поставлю дальше. Вниз метки друг от друга раньше. Вместе не бегайте, треугольник. Нормально. Корбин Стокс, нахуй, Спейси, блядь. Слева падает. Вы видите вообще или нет? Смотрите, Стокс, блядь. Ты вообще тугой, блядь. Встань сюда, где люди стоят. Смотри за людьми, они бегают, думаешь, просто так, нахуй. Вот слева падает. От центрального склепа. Стоксу вообще похуй, блядь. Стокс, блядь, за людьми смотри. Повнимательнее. Хоть 7000 ДПС дашь. Беги, малышка, беги!
пизда мне. Че, успел? Типа на скиле, нахуй. Метки также вниз. Смотрите, синяя хуйня над головой появляется. Угу. Метка на танке по центру. Нет. Или это не танк? Ну, другой танк запускай. Слева близко. Слови сейчас сразу подальше, то вдруг переведут. Там же. Прошлый трам 5% не хватило, может сейчас хватит. Лево далеко. Давайте быстрее. И среднюю. Притяжка скоро будет, смотрим. Не, не успеваем. Смотрим, отбегаем. Сейчас еще взлетка. Да так нормально, вроде вот так вот склеп стоит, и просто склеп оббегаешь и бьешь, прям в самый раз стоит. Сейчас они откатили, ребят, Локи? Откатили. Меточки вниз. Накидывайте, как до этого кидали. Спускайтесь с меточки. Время будет. Спасибо, Барбара. Справа близко. Друга, если не видишь, вот тебе ориентир звезда. Слева падает. По центру ровно вот так стали. И четвертая, последняя. Чуть правее центра вот так стоим. Все, разбиваем. Про вторая фаза. Все, фаза пошла. Первую звезду и сразу разбить. Готовимся. Главное, чтобы хилы отсюда от локовских порталов до танка доставали. Барбарос сразу разбиваем. Следующую туда же будет притяжка. Иди. Тяжко смотрим. Не было притяжки, стоп. Еще в звезду несите. Еще в звезду. Ну, все, вон. Была притяжка. Ну, подбивайте глыбу. Закончится притяжка и это. Разбиваете. Следующую звезду и сразу разбить. Сейчас. Звезду и сразу разбить. Сразу разбиваем, за ней стаки рейд скидывает. Все, иду менять. Да. Следующую звезду и сразу разбить. Как скидываешь, так и меняешь сразу. Ничего не ждешь. Сразу разбиваем. Стокса не резать, пускай пилит. Сразу разбиваем. Так, в звезду и сразу разбиваем. На следующей будет притяжка.
Саунджу захил. Сразу разбиваешь. Ну что-то стаков дохуя лутает. Дашь этот самый. Звезду сейчас будет притяжка, звезду быстрее. Луксор. На усмотрение Юля гибна хп дашь. Как Юля сдаст, хпшка сдашь, там тоже на усмотрение. Притяжка, смотрите. Так, сейчас Войда захильте после обжигающего. Блядь, заебало. Звезду и разбить. Чью ты поменял, нет? Да, сейчас. Звезду и разбить, милики. Вот два склепа в себе эти. Ну, блядь. Следующую в сторону, вправо. Вправо это вот сюда, где звезда стоит. Сюда. Отнеси. Ну это лево, нахуй. Ладно, стой там, нахуй. Разницы нет. Вот так сместитесь и скидывайте стаки, у кого стаки. Сейчас следующий склеп в звезду. Ты гимн на хп, хпшка если не сдавал. Звезду и сразу разбиваем. Давайте Геру. Еще будет притяжка после вот этой глыбы. Эту сразу разбивайте глыбу. Так, полтинник отдал. Сейчас последнюю звезду останься, там притяжка будет. Меняешь? Сейчас не сбросился, глыбу разбили быстро. Ага, ладно. Все, бегу меч. Все, после этой притяжки добьете. Все, отбегаю. Все, метки в сторону. Эту добейте, в сторону и добивайте. Ну, я не знаю, в чем проблема. Я всегда говорил людям, лучше 10 минут убить, чем вайпаться полчаса нахуй. Вам интересно вайпаться полчаса? Да всегда. Нет. Какую-то хуйню сказать, да блядь. Как-то там, блядь, кому-то не да удобно. Да боже, блядь. Ну послушай, бабл, блядь, просто не прожался. Я стаки накопил, хотел под бабл мыслить. Да я не про тебя говорю, а ты блядь. Ты тут вообще при чем? А, ну, бы спорить вам. Начался. Это вообще о другом речь. Там кубик нажимайте на токен и пошли на речь. Где мой клык, я не понял. Спасибо. Я потому что, стокс, блядь... ты хоть что-то понял? Стокс, ты понял? Сука. Как прятаться от глыб на взлёт? Чё? Подождите. Так, надо шмот сменить. Она сейчас всё развернётся, не торопитесь. Да, Байер. Байеру будем давать дискорд? Да, ну давай. Я обязательно думаю, ну слушать этот понос, блядь. Да, в принципе. Пусть один раз ударит босса. Он может льёт осквернение, и будет минус рейд. Надо он может ударит босса, спрыгнет с платформы. Он спрыгнет, да. Всё, просто ему напишем об этом. Не будем звать, это у нас такой галдёж. Ты добища. Да. Ты добища. Да, нормально, может к нам в суд. Чё, я соло танчу или двоём? Да, давай вдвоем. Правда, что коты под хвостом не хуй у него. Правда. У кого? Ну, коты у котов. А, ну да. Что коты под хвостом у котов? Дашка. Ты кто сумал? Да, в два потанчим, в пизду я духов половлю, там два хпала похили. Сакра еще будет дополнительно нормально. Там ножнец смело, прям прожимайся, не зыбку, там что хочешь отдавай. Там кто-то лед возьмите из хэпалов, чтобы на переходке... Стоит. Лвы офну. Так, принимайте готовность. Подожди. Чё там? Блядь, сука, сейчас беба. Шо ты там, Юля? Беба? Всё. Мы с Бевой поняли друг друга. Адель готова. Дай Андрей, пожалуйста, если у тебя есть. У меня КД 36 минут. 35 минут. Адель. Сейчас я релоад делаю. А, всё. В принципе, здесь. А, всё, зашёл. Ещё раз. Да, я не могу тыкнуть, я в банке, я здесь. Я здесь. Мо, готов? Запущу пока что. Да, готов, я же говорю, я в банке просто. Все, я запустил тогда, пускай он спускается пока. Короче, я хотела написать Байер, в итоге написала Бебе в ПМ. Я говорю, лежишь в центре и чилишь. Если не выпадет, пожалуйста. Ну не выпадет, значит не выпадет, как хули. Приди диспалим, один танк ведь, да? Нет, два. А, окей, тогда уносим чуму к танку, ко второму, ребят.
Ну, я на себя квадратик поставил, ко мне ничего выносить. Не спылишь королеву. Не можете продиспелить. Типа я тут со своим Адоном. Хорошо, я подиспелю туда. Я подиспелю туда. Инту лапу, пожалуйста, тоже. Да-да-да. Давайте не обосремся хотя бы перед Байером. Блять, мне сейчас главное не обосраться. Я так хочу. Давайте не обосремся, пацаны. Так в том видосе. Все-таки спросил прямо у него. Чего? Да ничего. Так, Рид. Диспел. Это уж за херня, у меня петли. Барбарос. Надо ли еще что? Вставать не надо. Это... Все, 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 нормально. Че, нормально? Она на трэше, нахуй. На каком? Я вот не вижу. На вордалаке каком-то. Идите оттуда, от вордалака. Я забрал его? Уже умер. Наверное, другого перепрыгнул. Все, у тебя. Тебе иннер, блядь, тебе баф нахуй. А, сверки я побью. Когда прожимки не будет, панцири не зыбки, там скажешь тебе каплю нам. Почти на край. Перед ебалом духа, все нормально. Где? Зале чем играете? Зале выбежать, выбежали. Так все время за спиной или чем? Хант, трапу какой-то. У нас есть ханты вообще? Тогда этот. Надо тотем шаманов замедлить. Валик, замедляйте сразу. Фул замедление, там конус холода что-то дайте, фул ДПС. Из подвалика выходим, искорнение 5 секунд. Выходим из подвалика уже милики. РДД добьют. Искорнение. Все, добиваем валик теперь. Добейте, добейте. Сейчас вальки одновременно с... Можете не подходить, мили. Типа, сейчас я рот искорнение сначала. На полукруге стойте вот так, РДД хилы там. Не, вальки 12, искорнение 17. Ага. Ну, время, пока вальки вас будут хватать, уже искорнение пойдет. Там разница в пару секунд, в секунду. Бежать не успеете просто, в толпе все. 4 секунды скринили. Роги на железный кружок. Так, жнец, душ, скринение, все. Ходите, троги. Кто в ромбике? Котик красавчик. РДД фул по ромбику, РДД фул по ромбику. После скринения. Мы его не успеем, не успеем. А это кто? Это кто там летит? Ромбики. Там и ромб не успели. Саунджа. А, хорошо. Вставалку юзай. Там станет.
Или КД. Но осквернение еще будет. Осквернение 2 секунды вышли с центра. 2 секунды быстрее от лича отойдите. Дал тебе зубы, короче. Осквернение, выйди, выходи. Ну хули ты стоишь, череп? Глю. Ёбаный, блядь, глю. Ну стоп-хил, стоп-хил, стоп-хил. Ну не хитим. Пиздец. Схватило, да? Гнев небес, Луксор. Луксор, гнев небес. Быстрее, фулл ДПС по валькам. В кружке танк. Я уже не спасем. Ну точно, да. Две я тоже оковы кидаю. С дискорда вылезли. Осквернение, осквернение, разбегайтесь. Прям, прям в личе. Да ебись. Сейчас топ пропадет. Захильте, ДК. Бегите сюда, сейчас лужа пропадет большая, потом туда подойдем. Что-то мне кажется гиблое дело, да? Бегите сюда. Посмотрим. Еще можно убить. Бегите в центр вальки. Это, в лича вставайте быстрее. Вальки хватают и осквернение через 5 секунд. Все, уже разбегайтесь. За переводом, можете просто замедлять. Я в вальке. Не, какой замедлять ДПС, ты видишь, сколько людей нет? Я первый вальки. 5% для перевода. По валькам играем? Печеньки. Какие, какой это перевод, блядь? Ты видишь, сколько людей нету? Да 1% быстрее бы, чем 3 вальки снести. У лича 5%, блядь, переходка на 40. Смотри, вальки улетают, видишь? Проценты не видишь просто. Я одну, да. Я одну не спасем. Ясно, нахуй. Глупо. Понятно, блядь. Прыгайте вниз, одного нахуй, падайте. Пизду. А нас вообще некому замедлить, типа, ну никак прям. Шаман тотем ну, подмели ставят, все. Шаман вары подрезают, блять, потом маги конус холода. Да хуя классы замедляют. Что ничего, ничего не дает-то, блять. Глю, ты тут? Ты вылетал? Йо, он вылетел, да. А, уже вроде зашел. Да, зашел сейчас. Ты масрез давай. Нет. Не покидайте тела, нахуй. 4 тела покинули, сейчас мы вас суманем. Масрез дают. Сразу шкаф давай. Рыбу ставьте сразу. Тык. Тык на сумон. Там, блядь, три клятвы лежит по-любому, блядь. Одна ему, одна мне, блядь. А третья. На мне. Четвертая тебе, да. По-любому. Тыкните на сумму. Адель, а ты где? Релогается. Релогается. Валик, Валик надо бить, ребята, блядь. Там, если вы не уверены, сколько процентов у босса, не говорите, блядь. Валик надо бить, надо людей освобождать. Проверьте красную джагу на них, как работает. Да должна замедлять на 50%. Даже сильно замедляет просто. Маля, блин. Я извиняюсь за нубский вопрос, а что такое красная джага? Ну красного цвета она такая. Вот как желтая и синяя. Справедливости. А джага что такое? Про справедливость. Джастис, Лига Джастис, не знаешь, блядь, Лига Справедливости. Я понял. Сейчас мы научим английский язык, блядь. Было бы неплохо. Ондра, готов? Запускать? У меня костюм упал. А, запускай, я за сервака засвет. Ты сейчас запустил. Неужели прибыли наконец? Можно. Хваленые силы света. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Форд. Пиво снова потекло, блядь. Там пук такой смотрит, думает, ебать, куда я попал, нахуй, 8К за эту хуйню. Там же очевидно было, что паладин завис. Ну да, нам очевидно, он-то, а, да, он лежал, он все видел. Смотрит, думает, ебать, нихуя, не боролись до конца. Ебать, я как что пиздану, блин. 23 плюс 1. Вообще 22 плюс 1 идут, закрывают. Вообще ебать. А, лич-то чё? Ну потом, блядь, будете нахуй внукам рассказывать.
Блять, мы, блядь, тут в 2022 с Войдом били, блядь, Синдру в 22, нахуй. В 22-м 22. Блять, скажите, пиздец, нахуй, там были вайпы, нахуй. А то есть ты вот прям вот на серьезных щах уверен, что вот ты прям на всех будет знать именно тебя. Так уже знаю. Прославишься. Конечно, ебать, ты чё, нахуй. Уже это знаю. Это тот самый? Да, это Двар. Варусан? Двар. Да, Вова, ты не достанешь, чтобы тебя по имени звали. Тот самый. Я даже не знаю, кто это вообще. Единственного его не знаю. Извините, если что. Не, мне кажется, ты с ним знакома. Чума там 3 секунды, смотрите на ком. Тот вот пьяный, неадекватный, озабоченный, вот это он? Да, да, это вот. Калют? Калют. Локалют. Видишь, новый ник придумал. Корбин Даллас. Калют? Чё за хуйня, мелкие живут, пиздец, нахуй их так столько набрал, блин. Чума, сейчас это фокус. Луксор. Угу. Ага. Лукас Филм? Лукас Филм, да. Три буквы было видно. Первое, чем пришло в голову. Славик, вообще это твой синдром, это очень заразно. Такие коверкать. Ты не уверена, вообще не базарю. Мастер. Конечно, лучше если не уверен. Трэш зауешьте нахуй, какие проблемы? Бейте противно, бейте быстрее. Сейчас уже Шаркар у меня исчезнет, скоро. Все, видите, как четко она. Углю меньше маны ему дам. Переходка кончилась, пошли. Не стойте, перейду. Можете стоять. Ой-ой-ой. Серьезно. Тотемы. Замедление поставьте мне. Фул ДПС по валькам. Два криво полетело. Осквернение, выходим 5 секунд из подвалик. Разбивайте быстрее все 3. 2 секунды осквернения. Чё за хил? Ну чё, блять, кружок, вот эту хуйню. Чё ты лича не подводишь по валькам, друг? Ну он устал уже за рейд, блять, по-любому. Ну да, постерим просто. Делаешь так. Я бы мог пошутить, но я не буду. Оскорнение секунда. Выходим. Оскорнение секунда. Разлили. Служи вышли. Валик фул ДПС. Медление даем. Сейчас дам гнев небес повать этим двоим. Быстрее разбиваем. Быстрее, быстрее. Ну где ДПС? Вот. Чуть не очень помогает. Сначала лужа. Сначала лужа в центр не иди, лужа может даже на тебе быть. Сейчас лужа сначала и потом к личу подходим. Вот за кольцом стойте сейчас. Оскорнение 2 секунды. И потом в центр разбегаемся. Вот лужа смотрим. Дал каплю на чью. Оскорнение. И пошли уже в центр. Уже к личу идем. Вот встаем. Сейчас на переходке на фазу отойду на 20 секунд. Я бальки, если что. Очень дал, срочно дал надо. Гнев. ДПС. Осквернение 7 секунд. Прям осквернение или в вальке. Чё в осквернение?
Ничего, ничего. Осквернение вышли из-под лича. Секунда осквернения, отходим. Черепок. Вот он зашел. Блять, да ну нахуй. Я с Коби нахуй сел, нахуй. Я тоже. Это было жестко. Подожди, как он бегал туда-сюда по краю. Поближе к центру подведи, вот сюда, где квадратик. Сейчас вальки хватают через 3 секунды. Их тоже бьем. Не успеваем еще. Да ебаная переходка. Скоро уже, скоро. Я не вижу процентов. Эти валик разбиваем и потом переведем. Вальки схватили, оскорнение 2 секунды, отошли от валик. Оскорнение разольем, валик full DPS. Оскорнение разливаем, не под валик. Сука, не под валик, ты не... Ну, блять, бомж. Лучше. Разбиваем валик. От лужи подальше отойдите, люди сейчас спрыгнут с валик, чтобы лужу это... И к личу идем. Иди к нам. Все нормально. 2% full DPS. Ты 4 есть у тебя? Заражение захиливаем. Оскорнение 7 секунд, 1%. Дам тоже массейв. Мастера в налет тоже дадите. Все, готовимся. Сейвы встали поближе к краю. Там бы ману порезать как-то хилам. С порезаем. Значит, запрыгиваем на эту хуйню. Рид ставит тотем, хпшка гимноману, ему щиток. Это что? Похилите гулю! Гулю захил, бля, сейчас метку дам. Похилите, сука! О, нет. Все, духов бейте. Здесь стамину бахнул, чувак. А кто спасибо. Такая гуля? Ну гуля, не знаешь, голубь, блядь. Ну, гуля, 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 гуля. Спасибо. Нихуя. На голове что-то хуйня какая-то у совы, нахуй. Ебать. Хохма, сука. Ты смотри, нихуя. Да ну нахуй. Пиздец, у тебя сова жесткая, нахуй. Два шара, два шара быстрее. Не бежать на них. Еще шар. Сейчас челика будет жатва душ. 5 секунд жатва душ. 5 хилов, смотрим внимательно. Каплю успею дать, нет? Дал каплю по хутику. Хутик. Короче, в комнате будут два моба. Один дружественный, другой враг. Врагу нужно сбить каст. Дружественного, если хил захилит, но тебе просто сбить каст. Чем угодно, там пинки, пинком. У тебя всякая хуйня есть. Да, да. Пошли за личом быстрее. Что ты по полукругу повел? За личом, о, сова, блять. Ну да. Осквернение. На танке. Никогда в жизни не хилим. Это мой повел через. Так, хилим Войда. Там один дух вам летит, я хуй знает, сами разберитесь с ним. За спину встаньте. Нормально. Хутик красавчик выжил. Золото от 7 рублей. Уже можете расходиться, оскорнение скоро. Чё там Беба пишет? Я распишу нахуй. Оскорнение 4 секунды. Где-то снуснул хуйца. Королева. Юлька, бежим на ту сторону сейчас. Духи спускаются. Встаньте кучно за личом, блять. Быстрее. Духи, блять. Летают пиздец. С 50 на 50 отдам. Да, Беба злой нахуй. Так, полтинник отдал. Так, и этого. Опа. Стокса захил. Нормально. То же самое стокс. Стокс то же самое, там красный дух бьешь, зеленый не бьешь. РДД уже разбежались искорнения. Когда дух красный кастует каст, сбиваешь пинком его, как в ПВП. Юлька, есть зубы? Тебе уже давала, когда тебя чуть не убило. А, хорошо. Можешь мне пропустить пару? Так. Зубов? Да. Пару зубов проредить тебе? Да, да. Лут стоит? Ой. А? Лут стоит? Поставь. Ща поставлю. РДД уже разбежались. Бегите, бегите, ну бегите, сука, в луже не стойте. Чё за хуйня? Все, там добивайте. Вот тут я духов похлопаю. Короче, дайте какую-то, блять, хуй знает, массакру, дайте хэпалы. Они что, бесов взрываются? А, нет, казалось. Нормально. Мандегу потеряли, луксора забирает. Луксора заберет.
Ебать, шаманов теперь бесами наживает. Наебано в рот. Сори, блядь. Мне показалось просто, что это... Там бесы стоят, кастуют. Эльхи не шаманы, рестеры, бесы, блядь. Что дальше будет? Там, смотри, Беба пишет. Он говорит, распишет нахуй поминутно, блядь, где кто соснул хуйца. Что бы это могло значить? Беба, а ты в DC? Беба вообще жесткий. Он третий по ДПС, если что, так что, блядь, имейте уважение. Второй мне показывает. А, у меня третий пока. Третий. Андрей, Лок, Беба. Лучше будем считать... Андрей, Беба и Спейс. Будем считать лучше, что второй. Лучше будем считать, что второй, нахуй, а то еще пизды получим. Он твин. Можно по боссу просто смотреть. Не, по боссу Беба тоже третий. А я вообще смотрю. У меня такой же. Что-то хуйня какая-то, у вас больно много. Это у вас... У вас вы с прошлого утра не вкинули. Да, сейчас я покажу, что там. Беленько, ну уже. Маленько, ну? Угу. О, да, один слэм. Опачки, сейчас все украду. Блин, почему-то у меня на скажи... один КОВС меньше, чем у тебя. Скажите, что там клятва, пожалуйста. Сейчас посмотрим. А сундука нету вообще, нахуй, смотри, тут просто нету сундука, нахуй. Там под моей попой появится. Заебись, нахуй. Еще касс не касс. А, да? Я понял. Все, ливаю. Пиво на столе! Нету клятвы. Вами арбады, вы угораете, нахуй. Осколочки есть? Здесь... Нету, нет. Да. Пиздец, Вова, это твоя арбана. За рейд упало 7 осколков. Нормально. Да. Прилив. И пэшн. 2,5. Говно без сокета. 4. Арба. Вы снимаете кто-нибудь? Да, я сниму. Хорошо. Так. Луксор 4,5. Луксор, я так понимаю. А что, не начислите, чтоб там нейро, может, за шмоточку подерется хотя бы. Потненько. Так, Луксор. Поставит. Не, ну, похуй, давай я ему уступлю, если ему надо. Кто? Кто и что? Эрзо. Им начислят, не ливайте после того, как разрулят лук. Хорошо, давай, Эрзо. Эрзо, дай трек, а я тебя вижу. Я тебя вижу. Хорошо. Держи. Так. Fallen Rush. Вары. Ваш счастливый день, блядь. Там нейрон ноль. Если бы ты начислил. Что, никому не надо, что ли? А если никому не надо, он и так заберет. Три вара в рейде по-любому нужно всем. Ну, что-то лучше. Никто даже не дерется. Давай ему еще. Никто не хочет, значит опоздали. Все. Все, да. У них есть. У них есть. Два покорителя надо кому-то так закинуть. Сейчас я и подам. Ты фартовый, Вова. Куда ты ливнул? А, это нем за это. Да. Вать, Вова там на стуле прыгает. Я слышу, как срака, нахуй. Ой, что? Так, и пошку дал. Нет, это такое. Так, стокс тебе токен закидываю, короче, нахуй. Оденешь рогу, будешь ебашить. Сегодня ты прошел курс молодого Tomorrow Sun-девца. Все, блять. А, стойте, часы же нахуй у меня лежат. Это надо кому-то? Бесполезная параша. У меня есть побольше шмотка. Не понял. У меня есть какой-то скарый щит, который ставит. ХПшка. Что-то там на арбу пишешь. ХПшка, сейчас я в седые холмы портанусь. Это уже ренегат. Стой там в домике. 10 тебе отниму. Там отними сейчас нейра. 20.